Харе Кришна, Диагуру Махарадж, Плисаксе Прарухам Валабизнеса, Сулгурышчу Шрила Прабхупада. All right. Hare Krishna Gurudev, can you hear me? Yes. Mm-hmm. You can hear me? Yes, Gurudev, we can hear you, okay? Guru Maharaj? Okay. Guru Yeah. Maharaj, I shall message into group that you are joined, okay? Yeah. Just a moment, please. Gurudev, do you know what verse will be today? Yes. Okay. I think translator will join in a couple of minutes. Who is the translator? Today, Madhurya Lila will be translated. Okay. Just a moment. She is joining. Гуру Махарадж, Харе Кришна. Харе Кришна. Are you all right? You ready? May I please send my humble obeisances to our glorious Prabhupada? Okay, so we can begin? Yes. Do you need to recover for a few minutes? You've been rushing? No. Should okay. I open some, or no. What will be? We'll begin. Om Jnanati Marandasya Jnananjana Shalakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, text number 19. Guru Maharaj, are we going to read Srimad Bhagavatam? It's just, I suppose we are not given lecture for using the key in that order. Huh? Так, Ювати Шачи Матаджи, вы подскажете, мы по плану действуем для Ессентуков или нет? Да. Или другая тема? Да, для Ессентуков, я так понимаю, что ссылку Адридхарана прислал Махараджу, вот этот стих. Все, простите тогда. Тогда мы... All is all right. Да, Шримад Бхагаватам, песня вторая, глава вторая, текст 19. Okay, so we're reading Canto 2, Chapter 2, Text 19.
Текст 19. So, can I read the Sanskrit? Yes, Guru Maharaj, please. Itam munis tu paramadvaya vastito vijnana jigvirya surandita saya swaparshnina pidya gudam taton nilam staneshu satsun nama yecha jitta kama. I'll chant again. Itam munis tu paramad vayavastito vijnana jigvirya surana ditasaya swaparshnin apidya gudam taton nilam staneshu satsun namayaj jita klama. Itam munis tu paramad vayavastito vijnana jigvirya surandita saya swaparshnina pidya gudam taton milam staneshu satsun namayaj jita klama. Okay, you can read the translation and the purport. Перевод. Опираясь на научные знания, человек должен утвердиться в осознании Абсолюта и таким образом погасить свои материальные желания. Достигнув этого состояния, следует покинуть материальное тело, закрыв пяткой воздушный проход, через который выходят экскременты, и постепенно поднимая жизненный воздух с одного уровня на другой, через 6 основных центров. Комментарий. Есть немало дуратм, утверждающих, будто осознали, что являются брахманом, но не способных при этом совладать с материальными желаниями. В Бхагавадгите 18.54 недвусмысленно утверждается, что осознавшая себя душа абсолютно свободна от материальных желаний. Материальные желания основываются на ложном эго живого существа и выражаются в его бессмысленных и наивных попытках подчинить себе законы материальной природы и господствовать над ресурсами пяти стихий. Человек с такой психологией склонен верить в могущество материальной науки, открывшей ядерную энергию и сделавшей возможными путешествия в космос с помощью механических средств передвижения. Опираясь на мизерные достижения материальной науки, человек, движимый ложным эго, осмеливается ставить под сомнение даже власть Верховного Господа, который способен в один миг положить конец всем его жалким усилиям. Душа, о своем изначальном положении и осознавшая Брахман, в совершенстве знает, что Верховный Брахман или Личность Бога – это всемогущий Васудева. А сама она, осознавшая себя живое существо, неотъемлемая частица высшего целого. Поэтому естественное состояние души всесторонне сотрудничает с Господом, находясь с Ним в трансцендентных отношениях слуги и господина. Такая осознавшая себя душа прекращает бессмысленные попытки покорить материальную природу. Вооружившись научными знаниями и предавшись Господу, она целиком посвящает себя служению Ему. Опытному йогу, который с помощью предписанных методов системы йоги в совершенстве овладел искусством управления жизненным воздухом, рекомендуется оставить тело следующим образом. Он должен закрыть пяткой заднепроходное отверстие и постепенно поднимать жизненный воздух вверх через 6 основных центров – пупок, желудок, сердце, грудь, небо, брови и темя. Управление жизненным воздухом по методу йоги – механический процесс, и его практика в большей или меньшей степени сводится к попыткам достичь духовного совершенства с помощью физических усилий. Когда-то этот метод был широко распространен среди трансценденталистов, поскольку такая практика отвечала их образу жизни и наклонностям. Но сейчас, когда век Кали доставляет нам столько беспокойств, это искусство практически утрачено, и не осталось людей, способных выполнять такие физические упражнения. В наше время концентрации ума легче добиться с помощью повторения святого имени Господа. Этот метод гораздо эффективнее манипуляции с жизненным воздухом. Okay, thank you.
All right, so we're hearing Sukadeva Goswami describe how one can leave the body by practice of mystic yoga. Здесь мы слушаем, как Шукадева Госвами объясняет, как можно оставить свое тело при помощи практики мистической йоги. Of course, to be able to actually do that, one has to be detached from the material world. Но чтобы на самом деле иметь способность это сделать, нужно быть отреченным от материального мира. So Srila Prabhupada begins a purport talking about people who claim to be self-realized but have not controlled their mind and senses. И Шрила Прабхупада комментарий начинает с описания людей, которые заявляют, что они осознали себя, но при этом не могут контролировать ум и чувства. A preliminary step in self-realization is to first of all one should first have get control over the mind and senses. Самым первым шагом на пути самоосознания является способность брать под контроль ум и чувства. People claim that they have realized themselves as Brahman, but they're still trying to control their sex desire. Люди утверждают, что они осознали себя и являются брахманом, но при этом они не могут контролировать свое сексуальное желание. So, the body is made up of senses, and these senses have to be properly disciplined by the practice of yoga. Наше тело состоит в том числе из чувств, и эти чувства должны быть обузданы при помощи правильной практики йоги. If people still have the desire to conquer, to enjoy the material world, then it means they're not qualified for self-realization. Если у людей все еще присутствует желание господствовать над материальным миром и подчинить его себе, это значит, что они еще не контролируют чувства. Because of false ego, the materialistic person is trying to control the material world. Под влиянием своего ложного эго материалисты пытаются управлять материальным миром. So then Srila Prabhupada talks about how modern science also becomes involved, that people think modern science is going to give them all the energy and all the power to control material nature. И далее Шрила Прабхупада в комментарии продолжает уже следующую тему, что люди очень сильно надеются на современную науку и на ее достижения, которые, как они надеются, помогут им управлять миром. In other words, they think they can control the material nature. Они думают, что они смогут взять под свой контроль материальную природу. And they're even thinking they're more powerful than God. И они даже думают, что они являются более могущественными, чем сам Господь. But the Lord is so powerful, he can finish all the materialists in a moment without any difficulty. Но Господь настолько могуществен, что Он может уничтожить всех материалистов в одно мгновение, не прикладывая при этом усилий. Sometimes the Lord arranges to bring all different demonic materialistic people together, and he will arrange for them all to depart together. Иногда Господь устраивает так, что демоничные материалистичные люди собираются все в одном месте, и он устраивает так, что они гибнут и вместе же покидают этот мир. A person who is actually self-realized, who has actually understood that he's not the body, should also go on to understand his relationship with the Supreme Lord.
Человек, который осознал себя и понял, что он не является материальным телом, должен также осознать свои отношения с Верховным Господом. They should understand that there's one Supreme Lord, and that he is the Supreme Controller, and all others are his servants. И люди должны понять, что есть один Верховный Господь, он является Верховным контролирующим, и все остальные — это его слуги. And that these living entities, who are his parts and parcels, they are all meant for his service. А все живые существа, которые являются неотъемлемыми частицами Господа, их предназначением является служить ему. While the living entities are a part of the Supreme, they're one in quality but different in quantity. Отделенные от Господа живые существа обладают теми же качествами, что и Господь, но не равны ему в объеме. And the living entity is meant to cooperate with the plan of the Lord. И предназначением живого существа является действовать в соответствии с планом Господа. He should understand the desire of the Lord, and he should want to surrender to the Lord. Человек должен понять желание Господа и предаться Господу. So when the self-realized soul surrenders to the Lord, then the Lord will, he will give shelter to the living entities. И когда самоосознавшая душа предается Господу, Господь дает ей прибежище. Some people have realized themselves as Brahman, but they have not understood the nature of the Supreme Brahman. Некоторые люди осознали себя брахманом, но не понимают, что есть верховный брахман. They're simply thinking they're the one. They're one with the Lord. And they think everything is one. The living entities are equal to the Supreme Lord. Они думают, что все едино, что они едины с Господом и равны ему. But when one is actually self-realized, then he will understand that the living entity is just a tiny, very small part of the Lord. Но когда человек по-настоящему осознал себя, он понимает, что живое существо является крошечной, очень крайне маленькой частицей Господа. The living entity is meant for the service of the Lord. Предназначением живых существ является служение Господу. Just like in the body, the different limbs of the body are all meant to serve the body. А как разные части тела, все призваны служить организму. The living entities are all meant to be fixed in devotion and to be faithful to the Lord. Все живые существа должны быть тверды в преданном служении и твердо верить в Господа. If he has that mood of being faithful and devoted to the Lord, then he will not try to conquer the material energy. И если человек предается Господу и верит в Него, то он не пытается подчинить себе материальную природу. Rather than try to conquer the material energy, he will be happy to be engaged in the service of the Lord. Чем пытаться подчинить себе материальную природу, он предпочтет быть занятым в служении Господу. So some people practice yoga, and
They get control over their life airs in the body. Итак, некоторые люди, занимающиеся йогой, подчиняют себе воздушные потоки в теле. So he can arrange to lift the life air from the bottom of the body to the top of the body. И такой человек может поднять жизненный воздух из нижних частей тела к макушке. First thing he has to do, he has to block the hole and his anus. He sticks his foot into the anus so that he cannot pass anything out through the anus. И первое, что нужно сделать в этом процессе, это закрыть пяткой задний проход, так, чтобы ничего не могло сквозь него выйти. And then he has to lift the air to the different energy levels in the body. И так он должен поднимать жизненный воздух через различные энергетические центры в своем теле. Right. So it begins from the navel, that's the first energy level. Начинает с пупка, это первый энергетический центр. And then the abdomen, then the heart. Затем желудок, затем сердце. And then the chest. Затем грудь. Then the palate. Нёбо. And then the eyebrows. Затем брови. And then the cerebral pit, it means the brain in the top of the head. И затем темя, то есть наивысшая точка в голове. So this is a mechanical process, but the practice is it's a physical endeavor. И это механический процесс, который требует физических усилий. In the old days, long ago, there were people able to do this system, but in the modern time, practically it's impossible for people to do. В прошлом существовала категория людей, которой это было доступно, но в наши дни практически никому не под силу такой контроль в своем теле. At the present time, the influence of Kali Yuga is too powerful and makes it impossible for people. Сейчас влияние века Кали настолько велико, что оно делает невозможным для людей такую практику. In these days, if you want to control the mind, it's better to simply chant the holy name. И в наши дни, если мы хотим контролировать свой ум, то лучшим способом для этого будет повторение святых имен. In the present time, people are not trained to sit and to do that kind of meditation. В наши дни люди не обучены сидеть и заниматься подобной медитацией. But chanting of the holy name can be done by everyone. Но воспеванием святого имени может заниматься каждый человек. The chanting of the holy name is something, it's a process which is prescribed in every age. Воспевание святых имен – это процесс, предписанный для любой эпохи. So we want to encourage everyone not to waste their time in trying to practice these very difficult yoga processes, but to take to the chanting of the holy names.
Поэтому мы хотим вдохновить каждого не тратить свое время на попытки заниматься такими сложными процессами механическими йоги, а просто принять процесс воспевания святого имени. It's very rare that anybody could ever practice the kind of yoga process which is being described here. Крайне редко можно встретить, чтобы кто-то практиковал такой тип йоги, который описан здесь. But everyone can make advancement by chanting the holy names of Krishna. Но каждый может прогрессировать, воспевая святые имена Кришны. And they can do it without any great effort, without any great struggle. И это можно делать без больших усилий, без страданий. But the type of yoga which is being described in this verse today by Sukadev, it's very difficult for ordinary people. Практика йоги, описанная в этом стихе Шукадева Госвами, очень сложна и практически невозможна для обычных людей. So this is the beauty of Lord Chaitanya's movement, that Lord Chaitanya has come and he has given a process which is simply joyful. В этом и состоит красота движения Санкиртаны, которое принес нам Господь Чайтанья. Он дал нам такую практику, которая сразу приносит счастье. This yoga process is simply painful, so much struggle and so difficult and so slow to make advancement. Процесс механистической йоги очень сложен, приносит боль и требует очень больших усилий, но при этом прогресс совершается очень медленно. So even long ago, the great yogis, the people who were practicing Kamalakanta, people who were chanting yoga long ago, people like Kamalakanta and others, they were practicing mystic yoga. It was very difficult for them. Vishwamitra, he was practicing yoga, but he became a victim to Menaka. When the beautiful woman came in, then he gave in to his lusty desires. Даже в древние времена, когда люди были с другими, такие личности, как Камала Канта, Вишвамитра, они занимались практикой этой йоги, и для них тоже это составляло сложность. Мы знаем, что Вишвамитра практиковал йогу, но пал жертвой прекрасной женщины Менаки, как только она появилась перед ним, в нем сразу пробудилось вожделение. So this Sankirtan process is given to us by Lord Chaitanya Mahaprabhu. We start everyone in any position in life. They can take up this process and their life can become auspicious. Процесс, который нам дал Господь Чайтанья, может в любое время и находясь в любом положении, социальном положении, любой человек, и этот процесс сразу может сделать жизнь благоприятной. So we encourage people not to waste their time trying to do these very difficult yoga processes, but simply join the Sankirtan movement and chant and dance and experience great ecstasy. Поэтому мы призываем людей не тратить время на механистические практики йоги, а сразу присоединиться к движению Санкиртаны, петь, танцевать и чувствовать великий экстаз от этого процесса. But try to do this yoga process which is being described here, and it's just so much trouble and so difficult and so painful. This йоги, описанный здесь, в этом стихе, он предполагает очень большое количество усилий и боли. So Sukadeva Goswami, anyway, he's describing these things because
There are always some people they're attracted to this kind of methods. Шукадева Госвами, тем не менее, описывает этот процесс, потому что всегда находятся люди, которые интересуются именно такими практиками. Sukadeva Goswami is presenting a gradual presentation of Krishna consciousness. Шукадева Госвами постепенно раскрывает сознание Кришны. So he began the second canto, he was talking about meditation on the universal form. Он начинает с медитации на вселенскую форму, которая описана во второй песне. And now he's coming to a higher process, he's talking about cultivating of transcendental knowledge, divya gyan, and becoming indifferent to the material knowledge. Сейчас он поднимается уже выше и описывает развитие трансцендентного знания гьяны. In the first chapter, we had the first steps in self-realization. В первой главе были описаны первые шаги на пути самосознания. And now we're hearing about the Lord in the heart. Сейчас мы слушаем о Господе в сердце. So we're hearing how the yogis meditate on the Lord. Мы слушаем о том, как йоги медитируют на Господа. So you should also get yourself healthy, get free of material desires, and you can do it all just simply by chanting the holy name. Стать здоровым и избавиться от материальных желаний также можно, просто воспевая Святое Имя. So this Sankirtan movement given by Chaitanya Mahaprabhu, this is the medicine for people, particularly in the Kali Yuga. Поэтому это движение Санкиртаны, начатое Господом Чайтанья, это лекарство для всех жителей этой эпохи. People have to learn how they can make advancement so easily, just simply by chanting the holy name. Люди должны увидеть, что они могут очень быстро и легко прогрессировать, воспевая Святое Имя. Okay. Should we ask questions? Yeah, we'll take questions. Так, вопрос из чата. Шримад Бхагаватам 3.14.27. Никто в материальном мире не может сравниться с Господом Шивой или превзойти его. А безупречный нрав Шивы служит примером для всех великих душ, стремящихся освободиться из-под гнета невежества. И тем не менее он носит личину дьявола, чтобы принести освобождение всем преданным Верховного Господа. Получается, что дьявол — это Господь Шива? A question on Шримад Бхагаватам. Third canto, chapter 14, text number 27. Although no one in the material world is equal to or greater than Lord Shiva, and although his unimpeachable character is followed by great souls to dismantle the mess of nescience, he nevertheless remains as if a devil to give salvation to all devotees of the Lord. Can we conclude that the devil is Lord Shiva? Well, the devil is Lord Shiva. No, Lord Shiva is a devotee. Lord Shiva is a Vaishnava. It's not a devil. Господь Шива не дьявол, он преданный Вайшнав. Lord Shiva is the greatest Vaishnava. Господь Шива — величайший вайшнав.
Of course, Lord, everywhere Lord Shiva goes, he's doing some kind of service. He may associate with devils, but he helps them to come back to the human form of life. Господь Шива дает свое общение таким демоничным личностям ради служения. Он помогает им вернуться в человеческую форму жизни. He's giving mercy to the demons. Он дает милость демонам. By his association, they become purified. И благодаря общению с ним они очищаются. And he fulfills material desires for the materialistic people who are worshipping him. They have material desires, and Lord Shiva is there. He helps, he will purify, he will, sometimes he will grant their desires. И также Господь Шива исполняет материальные желания материалистичных людей. То есть он делает это для очищения. Он может просто исполнить желания. But of course he also gives his greatest mercy. He has a sampradaya, and those people who are fortunate, they will surrender unto his sampradaya and become devotees. Но также он проявляет великую милость, основав свою сампрадаю, и достаточно удачливые люди присоединяются к его сампрадае, становятся преданными. Yeah. So Lord Shiva, we say Vaishnavam Yata Shambho, he's the greatest of the devotees. He's a great Vaishnava because he's delivering people from material existence. Господь Шива величайший преданный, и его служение — это освободить людей от материального существования. Ramraj, the addition to this question, how to understand this text that he remains as if a devil to give salvation to all devotees? How to understand these words from this text? He remains as if a devil. Well, yes, he appears like that to common people. They cannot understand his transcendental nature. Для обычных людей, которые не могут понять его трансцендентную природу, внешне он выглядит так. But although Lord Shiva appears to be like a devil, you know, he appears like a madman. His hair is all matted and disheveled, and often he goes naked, and he has snakes on his body, and his body's covered in ashes. So he appears like a madman, but that's how common people think he's a madman. But actually, he's a great soul. Для обычных людей он может показаться безумцем, потому что его тело усыпано пеплом, его волосы спутаны, его обвивает змея, и он может появиться обнаженным. Но это все внешние проявления, которые видят обычные люди, а внутри он является великой душой. Lord Shiva behaves like that just so that people will not bother him with their material desires and with all their material problems. They will just leave him alone because they think, oh, he's a madman. Just ignore him. Just they will leave. They will ignore him. They will leave him alone.
Господь Шива так внешне проявляется, потому что он хочет, чтобы обычные люди не беспокоили его со своими материальными желаниями и материальными просьбами, чтобы они подумали, что он безумец, и от него нужно держаться подальше. Yeah. Any more question? He's asking, is the devil another personality? Who is the personality of devil? Well, I don't know that there is a personality who's a devil, but there are people who are like devils. They're devilish, means they associate with a mode of ignorance. Здесь было уточнение к этому вопросу. Тогда дьявол — это другая личность, и ответ, я не знаю, кто является непосредственно личностью дьявола, но мы можем сказать, что есть люди ну, с дьявольской, демоничной природой, находящиеся в куне невежества. But I don't know of any one person who is the personification of devil. Не знаю, то есть какую личность нужно считать именно воплощением дьявола. We talk about people having a devilish nature, but we don't know any one person who is the devil. At least that's not in the Vedic philosophy. In Christianity, they speak about the devil. В нашей философии мы не говорим об одной личности, которая была бы таким антагонистом, непосредственно дьяволом. В христианстве, да, есть, то есть они ссылаются на какого-то одного дьявола, но мы в нашей культуре говорим просто о демоничных людях с демоничной природой. Okay. Харе Кришна, мои поклоны, спасибо за класс. Индусы, которые обучаются в России, ссылаются на Гаруда Пурану, или ее называют Агни Пурана, где говорится, что Кришна является восьмой аватарой Вишну. Является ли Гаруда Пурана авторитетным произведением? Спасибо. Please accept my humble obeisances. Thank you for the lecture. Indians who are studying in Russia refer to Garuda Purana, or how they call it Agni Purana, and it is said there that Krishna is the eighth avatar of Vishnu. So is Garuda Purana an authority shastra? Well, yes, you know, that's it, referring according to the Dasa Avatar Stotra. There's avatars, right? So Krishna, it's actually Balaram. Who is the eighth one? It's Balaram who's there, but often they will say Krishna because Krishna and Balaram come together. Они ссылаются на Даша Аватара Стотру, где упоминается Баларама как восьмое воплощение. Там упоминается Баларама, но часто говорят, что Кришна, поскольку Баларама и Кришна пришли вместе. Yeah, and they say he's the eighth avatar of Vishnu. И они говорят восьмая аватара Вишну. But if we see the song, Jayadeva Goswami has written this Das Avatar Stotra, he's described the 10 avatars, and he said Keshava Drita Narahari Rupa. He said Keshava is the Supreme Lord, he didn't say Vishnu is the Supreme. I'm sorry, Maharaj, who was the author? Jayadeva Goswami.
Но если мы последуем авторитету Джайдевы Госвами, который написал Дашаватара Стотру, там он говорит Кешава, Кешава Дрита Нархари Рупа, что не, он не говорит Вишну, Верховная Личность Бога, он говорит Кешава. So, avatars, usually they do come from Vishnu. Usually the different avatars will come from Vishnu. Like, well, all the avatars which come, they're coming from Garbhodakshayi Vishnu or Shirodakshayi Vishnu. Yeah, they come into this world through Vishnu. Обычно аватары, именно в строгом смысле, действительно исходят из Вишну, Гарбхадакшаи Вишну или Кширадакшаи Вишну, и приходят в этот мир. And there's a Krishna avatar who also comes, like other Kali Yugas. Other Kali Yugas, the Krishna who comes and is an avatar of Vishnu. But in this age, in this particular age of Kali Yuga, and Dwapara Yuga, the Krishna who came was not an avatar of Vishnu, but he was the Supreme Lord, he was the Swayam Bhagavan Krishna. И в другие эпохи приходят аватары, но в эту Кали-йогу и Двапара-йогу пришла не аватара, а непосредственно Верховная Личность Бога, Кришна Свайам Бхагаван. So the Lord comes in every yuga, every yuga the Lord appears, and usually he's coming from Vishnu, but one time in one day of Brahma, Swayam Bhagavan Krishna comes. И обычно Господь приходит в каждую эпоху в виде своего аватара, но один раз в день Брахмы приходит непосредственно Верховная Личность Бога. And that's why I'm Bhagavan Krishna. That is in this yuga, Treta, well, in Dwapara Yuga, Lord Krishna came. He was Swayam Bhagavan. He only comes like that once in a day of Brahma. And Krishna then came again in his covered form as Chaitanya Mahaprabhu in the Kali Yuga. И вот в этот раз как раз в Двапара-йогу пришел Кришна Бхагаван Свайям, непосредственно Верховная Личность Бога. И затем, следом же в Кали-йогу, он пришел в своей скрытой форме, как Господь Чайтанья Махапрабху. Yeah, if I know I looked in the English dictionary, I looked up the word Krishna and it said eighth avatar of Vishnu. Действительно, существует такое расхожее понятие, когда я, например, смотрю в толковый словарь английского языка, там написано, что Кришна — это восьмая аватара Вишну. So that people who don't have much knowledge, they have that kind of information. И люди, не обладающие знанием, как раз вот у них такая информация. In most in other ages it's true, but in this particular age, the Krishna who came is not an avatar of Vishnu, but he's the origin of Vishnu. He's the original Supreme Lord. И в другие эпохи это может быть как раз справедливо, но вот конкретно в эту эпоху, в эту Двапара-йогу приходил не аватар. Приходил источник всех, аватар, источник Вишну, Верховная Личность Бога Кришна. Of course, if you read books like Garuda Purana and like that, you won't get the highest knowledge. You have to read Srimad Bhagavatam. Srila Vasudeva's mature contribution is the Srimad Bhagavatam. И если вы хотите получить духовное знание, то следует читать не Гаруда Пурану, а Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам — это зрелый плод духовного знания, который написан Шрила Врисадевой. Okay, another question.
Так, есть вопрос? Как сейчас вы пользуетесь? Who says? Кто говорит? Абхайчаран Прабу, да? Да. Все, задавайте. Да, говорите. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Харе Кришна, дорогие преданные, у меня скорее не вопрос, а просьба. Я прошу Гуру Махараджа благословить его учеников. Сейчас в нашей стране весьма тяжелая ситуация. Во многих городах гремят взрывы, гибнут люди. Возможно, будет вторая волна мобилизации. Я прошу Гуру Махараджа благословить его на то, чтобы эта волна избежала его учеников, чтобы не забрали их на боевые действия. Who is asking this question? Abhay Charan. He says it's not a question, it's a request for your blessing, because now it's a difficult situation in Russia. There are some explosions and you know, some military occasions in our country. So he's afraid that there will be a military mobilization. So he's asking for your blessings that the devotees could avoid this. Oh, your yeah. Disciples could avoid this. Yeah, we pray that you will all be safe and can avoid going to army. Да, мы молимся, чтобы все были в безопасности и избежали этой участи, попасть туда. Take care. Пусть у вас будет все хорошо. Все, давайте шачим это же. Харе Кришна. У меня один вопрос и тоже маленькая просьба к Махараджу, еще потом будет. Вопрос такой. На нашем курсе Бхакти Вайбхава меня преподаватель попросил, чтобы я помогла студентам учить шлоки на санскрите. Вот, и я хотела попросить Махараджа, чтобы он немножко рассказал о важности изучения санскритских шлок. So, Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances of Guru Srila Prabhupada. On our Bhakti Vaibhava course, our teacher asked me to help devotees to learn shlokas on Sanskrit. And would Guru Maharaj please explain a bit about the importance of learning Sanskrit shlokas? Why is it so important for us to know shlokas on Sanskrit? Well, it's important because that gives the authenticity to what you're saying, that it's coming from this ancient text, and you're quoting the ancient text, you're quoting the language. It's a very ancient language, and the scriptures are written in that language, and we should be able to quote the text. It gives some authority to what we're saying. Их полезно учить, потому что вы в ходе проповеди можете цитировать эти стихи, а эти стихи на языке оригинала, на санскрите, это очень древний язык, и таким образом это придает авторитетности вашим словам, поскольку вы свою проповедь можете подтвердить непосредственным оригиналом из шастр. Prabhupada would often quote the verse, it gives authority to his statements. People are familiar with Bhagavad Gita, and if you quote the words of Bhagavad Gita, then it helps to give more strength to what you're saying. Шри Прабхупада тоже часто использовал это. Он цитировал стихи на санскрите, и это добавляло авторитетности, поскольку люди очень многие знакомы с Бхагавадгитой, и если вы свои слова будете подтверждать еще текстами, оригиналами из Бхагавадгиты, то это значительно усилит то, что вы говорите. Thank you, Guru Maharaj. Gurudev, and I have some one very short humble request to you. Просьба такая к Махараджу. Я собираюсь ехать на сафари,
И это будет первый раз, когда я поеду во Вриндаван. И вот я хотела попросить тоже у Махараджа благословений. So, Guru Maharaj, I told you that I will go to safari and it will be the first time when I will come to Vrindavan, Vrindavan Dhamma. So, Gurudev, would you please give me your blessings that Holy Dhamma will be opened for me because I'm very worried about it. So, please. Okay, yeah, we bless you. Oh, thank you, Gurudev. Go to the Holy Dham. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you so much. Благословляем вас на поиск в Дхам. Владение Матаджи. Hare Krishna, дорогие преданные, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию, примите поклоны. Вот сегодня было сказано, что лучший способ контролировать ум — это повторение святого имени. Вот когда повторяешь, кажется, что ум совсем бесконтрольный. Каким образом ум становится контрольным благодаря... Ум становится под контролем благодаря повторению? Такой вопрос. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. Today you've said that the best way of controlling the mind is chanting the holy name. But when I chant the holy name, it seems to me that my mind is completely out of control. So how can we bring the mind to control by chanting the holy name? Well, when you chant the holy name, you have to hear the mantra. You have to chant the name carefully with attention. If your mind is totally out of control, then you're not giving your attention to the chanting of the holy name. You have to concentrate on chanting properly. Когда вы повторяете, нужно очень внимательно слушать святое имя. И если вам кажется, что ваш ум полностью выходит из-под контроля во время повторения, это значит, что вы не уделили достаточно внимания тому, чтобы с концентрацией повторять. Таким образом, ваша задача — сконцентрироваться на повторении святого имени. Yeah, loud chanting of the holy name. If you chant properly, you'll hear the holy name. You have to chant, you have to pronounce the holy name properly. You have to chant, use your tongue and your ear to hear. Then your mind will be controlled. Громкое воспевание святого имени дается нам для того, чтобы мы слушали святое имя. Таким образом, нам нужно отчетливо произносить святые имена и очень внимательно слушать эти звуки и произносить их, используя язык, в общем, наш речевой аппарат и внимательно и наши уши, и внимательно слушать то, что мы говорим. And just keep chanting, chant more and more. И просто продолжайте воспевать и увеличивайте свое воспевание. And the more you chant, the more your mind will become peaceful. И чем больше вы будете повторять таким образом, тем умиротворённее будет становиться ваш ум. Ага. Спасибо. Ещё есть вопросы? It's a process. You've got to keep chanting. You just chant. You're not chanting enough. And you're not giving your attention to the holy name. You're allowing your mind to think of other things. Это процесс, который непрерывен. Вы не воспеваете достаточно, и вы невнимательны. Вы настолько невнимательны, что позволяете вашему уму думать о чем-то другом во время воспевания. А вы должны внимательно слушать. If you were properly chanting, your mind would be controlled. Если бы вы повторяли как следует, то ваш ум был бы под контролем. So you have to hear when you chant. Поэтому, когда вы повторяете, нужно слушать. Okay. Any other questions? А можно уточнить?
What did she say? Я говорю, что получается, если ты потрудился над воспеванием, то потом ум и не только при воспевании, да, будет более послушным. То есть это не только на момент воспевания ум под контролем, но и, в принципе, во всей нашей деятельности тоже. If we make efforts during our chanting, and if we make efforts on controlling our mind during our chanting, does it mean that the mind will be controlled better during our other duties? Yes. Not only. Да. Just make some effort. Да, нужно yes. прикладывать усилия. Okay, any other questions? Еще есть вопросы? Там в чате вопрос еще есть. Новый. А, так, что-то я не видела сейчас. Так, вот это, да, получает ли освобождение из самсары? А, все, поняла. Получает ли освобождение из самсары последователи Рудра Сампрадая? Do the followers of Rudra Sampradaya get liberation from samsara? Do the followers of Rudra Sampradaya Shiva do they get liberation? Yes. Well, the followers, if they're Rudra Sampradaya, they can get higher than liberation. They get bhakti. They get devotion. Последователи Рудра Сампрадая могут получить даже больше, не только освобождение, но и бхакти, преданность. Devotees are not interested in liberation. Преданные не заинтересованы в освобождении. Devotees want bhakti, they want devotional service. А преданные хотят бхакти, преданного служения. Okay. Больше нет вопросов? Хари Кришна, можно спросить? Говорите. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, все преданные... Вас очень плохо слышно, прям очень тихо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, сейчас громче сделаю, извините. Вот. Низкий поклон со слова Шрилы Прабхупады. Скажите, пожалуйста, вот Гаура Пурнима была с праздником вас прошедшим. Почему Агавра Пурнима и Кадышный Прасад? Who is this? Илавати Давидасия. Илавати Давидасия. Почему на Агавра Пурниму нужно есть и Кадышный Прасад? Да, почему и Кадышный Прасад на Агавра Пурниму? Why do we take a Кадыши Прасадом on Агавра Пурнима? We take a we're meant to take a Кадыши Прасадом on the appearance day of all the Vishnu Tattva. Мы должны принимать Экадашный Прасад во все дни явлений Вишну Таттвы. But in ISKCON we only do that for a few. We only do that for Lord Chaitanya, Lord Krishna and Lord Nrisingadev. Но в ISKCON мы делаем это всего лишь несколько раз в год на явление Господа Кришны, Господа Чайтани и Господа Нрисимхадева. But in the strict sense, we're meant to do it on the appearance day of all Vishnu Tattva. Но в строгом смысле мы должны это делать в дни явления всех Вишну Таттв. And we're meant to have a feast today, just like today is the feast of Jagannath Misra. Today it's supposed to be a feast at noon. Пир вообще должен быть запланирован на сегодня. Сегодня пир Джаганнатхи Мишры в полдень. И вот на сегодня как раз нужно планировать пир. But on the appearance day of the Vishnu Tattva, on the appearance day of the Lord, that day we fast until he appears, and then we take Ekadasi Prasad.
Непосредственно в дни явления Вишну Таттвы мы постимся до момента его явления и затем принимаем Акадашну Прасад. The temple presidents decided it was too difficult to have a Akadasi Prasadam every time. So they reduced it to just three big festivals. Президенты храмов решили, что будет слишком сложно соблюдать это каждый раз, поэтому сократили это до трех раз в год. But strictly should be Ekadasi Prasadam on every appearance day of Vishnu Tattva. Но если строго следовать, то в каждый день явления Вишну Таттвы нужно принимать Экадашну Прасад. Окей. Хари Кришна, спасибо большое. А скажите, это где-то же написано, потому что меня спросили именно, а с чего ты это взяла? Я сказала, старшие сказали, но мне сказали, ну... Где-то, ну, какие-то подтверждения есть хотя бы? Could you please tell where is it stated? Because devotees ask from me, where did I get this information? Oh, it's in Prabhupada's books as well. I'll have to look where it is, but it's common knowledge among Vaishnavas. I'll have to, Это в книгах Шрилы Прабхупады. Мне нужно посмотреть точно, где это говорилось. Но вообще это распространенное знание среди вайшнавов. Хари Кришна, спасибо. Может, я где-то услышу тоже. Хари Бол, мой поклон, спасибо большое. Thank you very much. Okay. So I think we'll stop here today. No more questions. Вопросов больше нет, мы остановимся. Okay, so thank Madhurya Leela very much for translation. Thank you. Thank the devotees for participation. We hope you had a nice festival for Gaurpurnima. Спасибо преданные за участие в лекции. Надеемся, что у вас был хороший праздник на Гару Пурнима. Гуру Махарадж, our festival of Гару Пурнима was cancelled because of the tragic situation in Moscow. I don't know if you have heard. Because of what? Last Friday in Moscow there was a terroristic act. So there was a what? There was a terroristic, you know, a terrorist. Yes, terroristic act was in Moscow last Friday. So all the public ceremonies were cancelled by government. So we couldn't hold our Gaura Purnima yesterday. It will be on Sunday. Oh, okay. Awesome. So, on to, next week, you mean? This Sunday, we're going. This Sunday, okay. All right. So we had a festival here in Calcutta. I was in Calcutta. We had a heavy rainstorm. The festival was outside, and then it started pouring with rain, and we had to finish the festival early. Мы проводили праздник в Калькутте вчера. И так как праздник был на улице, пошел сильный дождь, поэтому тоже пришлось праздник свернуть раньше времени. So everywhere there's been some difficulties. Где какие-то сложности? Okay, so anyway, this weekend we hope you have a nice Gaurpurnima festival. Поэтому у кого праздника вчера не было из-за определенных событий, надеемся, что у вас воскресенье пройдет должным образом. Did some people get killed in the terrorist attack in Moscow? Yes, many. 150. What? Wow, really? Yes. What happened? Where was it? In a mosque or something? Yes, they attacked at some concert.
So they just attacked and started to shoot people. Many got injured and 150 people died. A concert? Yes. What it kind was of? In just it was just some ordinary music group. There was a concert in some big concert hall in Moscow. So they just started shooting people, and they and then they set fire. So it was a huge fire then. Oh, young people. Yes, young people, different people, women, men, women, children also. Oh my God. Did they get yes. the people? Did they capture the terrorists? Some of them, yes. Where were they from? They were just, they were from, you know, Tajikistan, this kind of countries, but they were paid by other people. Oh, that's terrible. Yeah. Yeah. It's, you know, it's just the whole country is now under this influence of this situation. Yeah, it would be, I could imagine. Very sorry to hear. So please take care. Я Гуру Махараджу немного посвятила в события, ну, которые в пятницу в Москве произошли. Он говорит, будьте осторожны. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Srila Prabhupada Ki Jai. Hi, Bhakti Vignavinashan Narasimha Maharaj Ki Jai. Thank you very much for your mercy, Gurudev. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо большое за перевод. Спасибо большое. Спасибо большое за перевод, Мадхури Лила Матаджи. Hare Krishna, спасибо, что снова терпите мой перевод.